Добрый вечер, друзья. На днях я читал записки некой маркизы 17 века, и в этих записках встретилась мне цитата, которая врезалась в память, наверное, до гробовой доски. Цитата следующая. «Их сиятельства вернулись с войны после обеда и трижды потрафили мне, не снимая ботфортов». За этой цитатой стоит галантерейная учтивость войны 17 века, когда на свежем воздухе под развесистым дубом скрещивали друг с другом шпаги, может быть, не всегда со смертельным исходом. Но природа войны с тех пор, конечно, изменилась. Война стала массовой, грязной, с запахом солярки, с лежанием в окопах, с трупами, со снарядами. И вот в связи с тем, что мы только что слышали в новостях, недурно было бы вспомнить нашу армейскую жизнь, победные реляции и завести песню такого вот содержания. Под эти победные звуки мы разливаем опоздавшее в студию вино. И хочется спросить нашего гостя, который вам очень хорошо знаком. Вы узнаете его сразу же по голосу, даже фамилию и имя называть для начала не буду. Тем более, что фамилий две, имен много. Несколько, да. 40 фамилий. Да. Виктор Суворов. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте, здравствуйте. Да. Мне очень приятно быть снова сегодня здесь. Милости просим, Владимир Богданович. Итак, шлет наша Родина песню «Привет» несокрушимой и легендарной. Сейчас, в связи с наступившим перемирием в мрачной этой кровавой нашей Южной войне, я хочу спросить вас, как бывшего военного разведчика и человека, поднаторевшего в анализе ситуации, причем анализе таком, при котором вам не обязательно находиться в центре событий, потому что вы по многим данным, появляющимся в обыкновенных источниках, всем доступных, можете произвести, создать такую картину, которую, так сказать, может быть, не всегда и участник событий сможет создать. Именно на этом умении вашем и основаны все нашумевшие книги последних лет. Так вот, каким видится ситуация? Как выглядит наша армия вот в этой кампании? Прежде всего, до того, как мы перейдем к состоянию армии, мы должны вспомнить, что никогда, нигде война против народа хорошо для завоевателей не кончалась. Номер два. Мы не говорим сейчас, кто завоеватель, какой народ и так далее. Но когда мы ведем войну против кого-то, мы должны очень четко представлять, чего мы хотим добиться. То есть военные могут сделать все, что угодно. Вы вызываете генерала и говорите ему, вот нужно взять Берлин, он возьмет. Если эта цель справедливая, если нужно задушить какого-то, удавить там Гитлера, то пожалуйста. Так вот, Россия была победоносна тогда, когда кто-то на нее нападал. Придет Бонапарт, свернем ему шею. Вот Гитлер, пожалуйста. Но как только мы доходим до маленьких каких-то войн, когда на нас вроде бы не нападали, то они нам почему-то выходили боком. И я скажу, не только нам. Не только нам. Вот это я и хотел сказать. Не только нам. И еще одна
такая очень странная может быть идея. Армия, которая воюет в чужой стране, не видя перед собой ясной цели и ясной перспективы и четкого приказа, что же нужно сделать? Вообще-то мне, если бы мне сейчас поставили там, ну, был бы я там взводным или ротным, или батальонным, любым командиром, если мне там ставят задачу, я должен знать, какая задача, что нужно сделать. Я вот никак не могу понять, что же нашим ребятам там надо сделать. Прийти в Грозный и захватить его. Ну, хорошо, а дальше что? Разбить город, ну, можно, ну, разбили его. А дальше что? Что будет потом? Понимаете, есть две идеи. Первая, чеченцы будут нашими рабами и будут на нас работать. Я в это не верю. Я не думаю, что их можно будет эксплуатировать. Или их можно всех уничтожить. А что еще? Хотите их покорить? Нет, вы их не покорите. Создается дружественное правительство, которое потом занимается самоуправлением на автономной основе. Вот тогда я хочу вас спросить, неужто Афганистан нас ничему не научил? Это тоже начиналась маленькая победоносная война. Вообще 20 век для нас проклятый век. Я вообще-то скоро хочу написать книгу, которая называется «Проигранный век». Мы его проиграли, 20 век. Правда, да? Правда. Мне так кажется. Правда. Мы проиграли по-крупному. Проигранный век. Начался этот век вроде так хорошо, да. И вдруг кому-то пришла в голову хорошая, чудесная такая идея. Небольшая победоносная война. И вот русско-японская война, где нас немножечко побили, и оттуда все пошло. Вот начали мы век маленькой небольшой победоносной войной, и завершаем ее войной, когда наш любимый, лучший из всех министров обороны, Павел Сергеевич Карачев, говорит, что нужно один воздушно-десантный полк на пару часов, и все дело будет сделано. Так ведь мы и Афганистан начинали. Никто же не думал, что это будет самая длинная война, которую мы вели в 20 веке. Мы входили туда, вообще-то, без даже намерения воевать. Входили туда с зенитными ракетами, как мотострелковая дивизия имеет зенитные ракеты, приходят туда, они там не нужны. Ну, мы вообще просто входим туда. Оказывается, там нужны были какие-то совершенно другие способы ведения войны. И что мы получили? Что мы получили? Мы получили потерянное поколение, как получили американцы, мы получили инвалидов. Мы получили людей, которые привыкли убивать. И Россия, афганская война будет долго-долго. Мы будем икать той войной. Вот я спрашиваю. Теперь к той пилюле добавилась еще и другая. Да, к той пилюле добавилась еще и чеченская. Но ведь республика Чечня, она территориально небольшая. Народу не так много. Наша армия одна из самых крупных в мире. И если бы была дана установка генеральным штабом на полную победу и разгром, вы как стратег и как добывающий офицер военной разведки, неужели могли бы себе представить, что можно было организовать операцию и Чечню просто пропахать всю насквозь? Так он же сказал уничтожить можно, всех чеченцев. Да, только есть, как говорят, окончательное решение. Да, вот и только единственное окончательное решение. Их нужно было уничтожать всех. Я поделюсь своим собственным опытом. Когда я был еще... Только начинал свою офицерскую карьеру, я был командиром 1-го взвода 3-й роты 1-го батальона 145-го гвардейского учебного Будапештского мотострелкового полка 66-й гвардейской учебной Полтавской краснознаменной дивизии. Прекрасно. Какой на английский это не перевести. Нет, так вот, можно, но долго. Это не звучит. Это не звучит песней. Так вот, учебная дивизия, мы давали выпуск 10 тысяч сержантов в 6 месяцев, получали новых и давали еще 20 тысяч сержантов в год. Выпускала дивизия наша для группы советских войск Германии, для центральной группы войск в Чехословакии и для южной группы в Венгрии. И у меня был солдат-чеченец, его звали Рзаев. Маленький-маленький такой, тощенький солдатик. Вот он пришел, все он понимал, все... Вот, но он был тяжелый человек. Неуправляемый солдат. Он не хотел подчиняться принципиально. И он, когда взвод идет в ногу, он принципиально ходил не в ногу. Ну, а это все-таки учебная дивизия. Мы такого не прощали. А методика была очень простая. То есть, если один солдат не подчиняется,
то я сразу же переношу свои усилия на весь взвод. Я не разбираюсь. Я разаев ногу. И третий раз сразу взвод. Чулки, перчатки, плащ, рукава, газы. А что такое чулки, перчатки, плащ, рукава? То есть каждый солдат нес на себе резиновый, полностью резиновый плащ. Его можно в накидку одевать, и можно в рукава. Если в рукава, это полностью и чулки резиновые, перчатки, бахилы. Они у нас уже чулками называются, чулки, резиновые, да, чулки. Да, да, так вот. Это что-нибудь противоядерное? Это противоядерное, и противохимическое, противобиологическое. Одевается... Все это на себя. Человек полностью, как водолаз, изолирован. Вот дальше следует команда. Высота 333,8. Взвод к вершине. Бегом марш. И их поднимаешь туда, наверх. Они все в противогазах. Вот. Они все в противогазах. Не только в противогазах, но полностью в резине. Ну, еще каждый же несет автомат. 120 патронов, 6 гранат мы несли. Вот гранатометчики, радиостанции, лопата. Все это на себе и на вершину. На вершину взошли. Так, хорошо, ребятки, хорошо, но не очень быстро. А ну-ка вниз. Вот. И вверх их, и вниз их, и вверх их. Вот. Внутри они совершенно все мокрые. Мокрые, они уже мертвые почти. Это мертвые. Дело в том, что там единственное, что нас сдерживало, дивизия учебная. Вот, был у меня заместитель, сержант Кохан. Были у нас, мы брали только себе татар и хохлов, сержантов. Мы, когда выпускали, мы самых лучших оставляли себе, самых злых. Вот. Там только единственное, что моя работа, давить на тормоза, чтобы он не загонял, потому что до смерти загоняет, а потом не отвечать. И вот один день, другой день, третий день, а ночью его бьют, этого Рзаева, потому что взвод-то знает. Из-за него. Вот. Они его бьют. Бьют без синяков, потому что синяки, тогда я взводу говорю, что грязная работа, ну-ка. Взвод, чулки, перчатки, опять туда. Вот. Так что они бьют без синяков, и он не спит. Они его забивают совсем. Вот. Один день, другой день. То есть день тренировка, ночью бьют. День тренировка, ночью бьют. Вот. Потом я прихожу к ротному командиру. Был гвардии лейтенант Скалов. То есть он на майорской должности, я на капитанской. Ну, оба лейтенанта, он на год старше меня. Ну, говорю, Саша, давай. Вот два выхода у нас. Вот. Или окончательное решение, или его забьют здесь. Или его сделают инвалидом. Вот это для нас хорошее решение. Его сделают инвалидом, тогда его спишут. А если не сделают, если его убьют? Ну, он говорит, давай. 10 бутылей доставай. Я достаю 10 бутылок. Он добавляет 10 своих. Мы идем в санчасть. Вот, ставим начальнику медицинской службы 20 бутылок водки. 20 бутылок. Дорогой у вас какой был начальник медицинской службы? Нет, списать было трудно. Вот, и его списывают. Поломать его было нельзя. Когда мне сказали, что вот пошли в Чечню, то я сказал, я вспомнил своего солдата Рзаева. Он где-то, может быть, там сейчас с автоматов в руках. Вот, если он меня слышит, то я передаю пламенный привет. Вот, я уважаю эту несгибаемость. Это был несгибаемый солдат, и мне очень жаль тех наших ребят, которые сейчас против них воюют. То есть Рзаев был готов умереть, но Он был готов умереть, но единственное, он делал все. Он знал всю политику, он знал программу партии, он был очень грамотный солдат. Вот он был хороший солдат, он не ходил, он принципиально не хотел ходить в ногу. У него был чистый автомат, он хорошо заправлял, он просто вот демонстрировал, а в ногу ходить не буду. Вот, то есть он чистил картошку, когда надо, у него были чистые сапоги, подкованные сапоги. Все, что в учебной дивизии от него полагалось, он делал все. Он знал все оружие, да, он любил оружие. Он демонстрировал... Чеченцы, говорят, любят оружие. Да, чечены любят оружие, да. Он демонстрировал боевой дух, да, на несколько порядков выше, да, чем от него ожидалось. Так вот, что я хочу сказать, что моих сил не хватило. Моего заместителя Миша Кохан, старший сержант, его сил не хватило. Моего учебного мотострелкового взвода, 32 человека, всего этого бития не хватило. Ротный командир тоже с ним хотел как-то обойтись. Ничего, только через водяру. Так вот, ведь понимаете, что получается с Чечней? Мы можем или же их подкупить, вот, то есть платить им дань, как монгольская орде, понимаете? Вот, держать их в составе России и платить им дань. Или мы будем их рабами, или мы дадим им независимость.
Ну, от одного солдата Рзаева, конечно, переходить к глобальным проблемам так просто, может быть, не стоит. Но как видится состояние армии? Конечно, сейчас, когда вот сейчас наступит перемирие, по мнению некоторых, перемирие для русской армии вполне позорное. Я разговаривал там в частных беседах с разными людьми, и они видят это как полное поражение. Ой, не надо так бы. Уж пусть перемирие. Я думаю, что... Нет, ну, я сейчас просто, так сказать, закидываю шар, что называется. С тем, чтобы Виктор по-своему это дело нам объяснил. Это что, это поражение или... Понимаете... Потому что числом превосходили, техникой превосходили. Да. Штабным планированием и прочим превосходили. Да, конечно, да. То есть на поверхности как бы должны были бы пройти как шило сквозь масло. Вот чем не превосходили. В одном деле мы уступали. Русский солдат, когда он воюет за свою родину, он непобедим. Точно. Правда, да? Точно. Вот здесь не было этого стержня, вокруг которого командир может потребовать от солдата жертвовать своей жизнью. Я требую, мы воюем. Ты служишь не для тебя, не для меня, Ваня. Вот, мы служим родине, мы служим своему народу. Я умру, и ты умрешь. И вот сейчас я подниму тебя в атаку, ты поднимешься в первый, а я взводный командир с автоматом в руках за тобой сзади. Если ты трепыхнешься, я тебя убью. Так вот. Мы идем под те же пули вдвоем с тобой. Я твой взводный командир, я тебя двигаю вперед. Вот ты меня прости, я тебя убью. Это у меня работа такая. Здесь такого морального права у взводного уродного командира убивать этих ребят нет. Нет. Правда, да? Конечно, нет. Нет. Конечно, нет. Если отвлечься от общих таких моральных как бы положений и перейти к чисто техническому, тактическому и прочему обеспечению этой кампании, как вот анализируется она с точки зрения... Анализируется она очень просто. Вы понимаете, когда американцы... Давайте отойдем от Чечни и перейдем к американцам во Вьетнаме. Ну, кажется, господи, великая держава, ну, величайшая. То же самое. Маленький Вьетнам. И сравнить американскую технологию и, ну, поначалу, потом мы дали Вьетнаму там все, что они хотели, но все-таки война-то была партизанская, и там в джунглях они с автоматами ходили и все, а тут американские танки, тут электроника и так далее. И когда мне говорят, ведь уровень техники, планирования и так далее, как же так же? А я на это отвечаю, что воевать с партизанами, современной электроникой и техникой, это примерно то же самое, что бить клопов телевизором. Вы понимаете, у нас хорошие, они же незаметные, они вот бегают там по тебе, у тебя хороший телевизор, ну правда, да? Дорого и неэффективно. Партизан, да-да, это же клоп. Или давайте скажем по-другому, вша, да? Вот бегают вши по тебе. Вот. Вши не бегают. Ну ладно. Как человек, который это... Ну не знаю, по мне не бегает. Нет, давайте остановимся на клопах, потому что у них очень коллективное самосознание. Да, хорошее. Коллективное самосознание. У них, собственно, есть планирование. Да. Ну все же знают, что от клопа не спасешься. Понимаете, я не хотел бы я сравнивать... Партизана с клопом. Партизана с клопом или, допустим, чеченцы или вьетнамцы и так далее, но... Когда мы ведем разговор о том, с Чечней или без Чечни, я спрашиваю, вы хотите иметь врагов внутри своей страны или вы не хотите? Когда генерал Дудаев объявил независимость Чечни, первое, что идея у меня была очень простая. В Москве поставить золотой памятник Дудаеву, вот, из золота 916-й пробы, и пусть стоит. А Чечню взять и огранить минным полем, китайской стеной, берлинской стеной. Пусть они там живут. Ну зачем они нам? Ну правда, ну. Не, ну о причинах чеченской войны мы узнаем когда-нибудь. Кто-нибудь напишет и раскопает. Да. Там, конечно, какие-то были всемирные исторические двигатели, которые нам, может быть, пока неведомы. Конечно. Да. Война начиналась явно по каким-то крупным соображениям. Конечно. Неизвестно нам пока. Но самое-то главное, что военное звено было последним, это так сказать, приводное последнее колесо всей компании, которое пробуксовало по тем или иным причинам. Вот. И нас просто интересует с чисто технической стороны. Старое марксистское представление о справедливых и несправедливых войнах, оно продолжает до сих пор как бы действовать, вне зависимости от того,
придерживаемся мы марксистских положений или нет? И я думаю, что это было до Маркса. Я думаю, что деление это, если оно официально и не было так названо, но все равно все войны были или отечественными, или захватническими. Правда, да? Безусловно. И никак иначе. Или захватническая, или отечественная. И когда война отечественная, когда пришел Бонапарт, допустим, не в Россию, а, допустим, в ту же Испанию, и имел очень много там проблем. Правда? Вот любой, кто приходит на чужую землю, воевать с народом нельзя. Воевать с народом нельзя, мы ничего от этого не получим. И еще замечено одно очень интересная вещь. Когда армия воюет на чужой территории, стараясь захватить ее, эта армия не способна защищать свою страну. Например, Франция в первой половине 20 века имела огромную империю. Огромную. И это было, конечно, силой оружия. Было, ну, как же там эти легионеры воевали где-то и так далее. И вот нападает на них Гитлер, и вся эта французская военная мощь, это была вторая империя после британской, и все это сыпется за один месяц. Она очень, не способна... очень сильная армия была. Очень сильная армия, но она от того, что она воевала на чужой территории, морально, не знаю почему, но вот такое замечено, она себя защитить не может. Второй пример. Британская армия, тоже сильная армия, очень сильная, дисциплинированная, хорошая армия, она тоже там же воевала во Франции против Германии. И бежали они до Дюнкерка, и очень позорно бежали. Это была самая огромная империя, когда-либо создана человечеством. Mm. Для такой империи нужно было иметь огромный флот, военно-воздушные силы и армию. И вот Гитлер нападает. Гитлер только недавно пришел к власти, только недавно они... это государство было разоружено. Как же Гитлер ухитрился вдруг создать такую армию, чтобы Британию и Францию гнать и разгонять? До этого еще всех остальных? Да-да, а до этого всех остальных. Я сейчас бы хотел вспомнить то время в отечественной истории, когда оружия было мало. Была только шашка и винтовка трехлинейная с несколькими патронами, да тачанка. Но была правота, было ощущение того, что защищают Отечество, и именно этой правотой с одной шашкой и с несколькими патронами одержали тогда победу. Мы без, как поется в песне, мы без, заветные герои все. Сева, при всем высочайшем уважении, которое, как наши слушатели знают, я к вам испытываю. Взаимно. Спасибо. И при всем том, что песня эта мне тоже нравится, как произведение искусства, она очень хорошая песня, по-моему. Я думаю, что неправомерно было, пожалуй, вступление, которое вы к ней сделали. И эта песня никакая не патриотическая. И эта песня в период гражданской, о периоде гражданской войны, когда конница Буденного, я бы сказал, очень сомнительное вооруженное формирование, и на том бы остановился, когда эта конница, значит, сражалась с войсками
законного, я бы сказал, правительства России и содействовала тому, что мы потом знаем происходило. Знаете ли, я с вами в принципе согласен, но я вам отвечу выдержкой из одного кинофильма, сейчас совершенно забытого. Пожилая женщина, дети, которые окончили университеты, стали врачами, там, психологами, адвокатами, я не знаю еще кем, раз в год собираются у мамы на день рождения в московской квартире. И у нее на стене по трафарету нарисованный лебедь. Знаете, раньше такие на рынке продавали картины, что он чудовищный. На озере. Да, лебедь на озере. Ей говорят: мама, ну неудобно же. Ну мы все образованные, интеллигентные. Ну снимите, неудобно. Она говорит: хорошо, сниму. Ну ведь красиво. Красиво. Действительно красиво. А сейчас юбилейные памятные даты. Алексей, у вас же рубрика готова? Ну, у меня рубрика готова. Пардон, зарапортовался. Я просто хочу сказать, друзья, давайте поговорим о музыке немножко. Вот я, когда лет... Кстати, о музыке. Да, кстати, о музыке. Я, когда лет 15 больше начинал свою деятельность, в свободное от работы на NBC время деятельность продюсера, со мной произошел такой случай. Это была, я записывал здесь, одну из самых первых своих пластинок, сольную пластинку на контрабасе молодого американского басиста Джона Линдберга. Он был в Лондоне, и я договорился, снял студию у своего приятеля. Студия самодельная, в пристройке, в которой не было отопления никакого, значит, простенький магнитофон. Да и у Джона Линдберга какой-то фанерный контрабас. Вот мы приехали утром записывать его пластинку. Он начал играть. И я не знаю, каким-то у меня, не знаю, каким-то чудом, зачем-то я этому звукорежиссеру, своему приятелю, говорю: давай, включай, все записывай. Хотя, в принципе, считалось, что басист должен был разыграться там часок, а вот потом уже. И вот, значит, он играет там свою музыку, свои упражнения, и какой-то волшебный звук, что-то совершенно невероятное, что-то, и я потрясен, и сам Джон Линдберг потрясен. Но вот прошло какое-то время, там полчаса, час, Джон говорит: ну, вроде бы я готов, давайте теперь вот писать все, ну, давайте писать. И, значит, я чувствую, что звук уже не тот. Уже ничего от этого роскошного, прозрачного, чистого звука не осталось. Mm. И вы все понимаете, почему. Комната, вот эта его пристройка, в которой не было отопления, там было 3 человека, один играл, 2 сидели, начали дышать, она начала согреваться, и звук исчез. О как! Просто исчез. Влажность повысилась. Повысилась влажность. Очень интересно. И из этого фанерного контрабаса и шли фанерные звуки. Да, хлюпающие звуки. Да. Но пластинку-то мы выпустили, потому что его упражнения начальные мы же записали. И вот это вот и легло в пластинку, и вот поэтому пластинка получилась просто фантастической. Что я хочу сказать? Что вот в погоне за таким звуком можно провести всю жизнь. Потому что после этого мы пробовали всякие варианты. Ничего подобного не получалось. Алексей, я прерву вас на секунду, чтобы дать нашим радиослушателям справку. Неделю назад я имел честь и удовольствие подарить вам номер московского журнала «Итоги». Совершенно верно. Где были такие слова. Так вас славим, вас, Алексей, за то, что вы вот играете такую музыку. Записали фанерный контрабас. Да, такую музыку, которую никто не слышал. Я хочу просто сообщить нашим радиослушателям, кого они слушают, чтобы они теперь дальше слушали вас стоя. Леонид Владимирович, я к чему все это говорил? К тому, что вот сейчас в Шотландии появился человек, который делает новые скрипки. Но вот уже все специалисты утверждают, что эти новые скрипки звучат как старые. Знаете, я читал тоже. Некоторые блестящие солисты, попробовавшие его инструменты, утверждают, что звучат они ничуть не хуже, чем скрипки Антонио Страдивари, сделанные 300 лет тому назад. Почему инструменты Страдивари звучат лучше всех остальных? И над этой загадкой билось не одно поколение мастеров. Но ни одному человеку не удалось даже близко подойти к такому звучанию, которое дают инструменты итальянского мастера. Итак, нового мастера современного зовут Алан Бевит. По образованию он физик,
но почти 15 лет тому назад бросил науку и полностью перешел на создание скрипок по своей собственной системе. И вот в этом месяце журнал The Strad, это сокращенно от Страдивариус, печатает в этом месяце результаты многочисленных и многолетних исследований Алана Бевита, который утверждает, что старые скрипки звучат так потому, что дерево на протяжении многих лет и даже веков подвергается медленному изменению. Постепенно оно затвердевает, а это улучшает качество звучания. Алан Бевит решил воспроизвести эти изменения, которым подвергается дерево, но сделать это не на протяжении нескольких веков, а на протяжении нескольких недель. Если быть точным, то ему нужно всего 6 циклов. Продолжительность каждого цикла составляет 20 дней. Цикл состоит из двух этапов. Первый этап состоит в том, что он помещает скрипку в закрытый контейнер и контролирует содержание влаги, получаемой из насыщенных солевых растворов. Второй этап состоит в том, что он накачивает в скрипку влажный воздух, но строго контролирует содержание влаги. Это и есть цикл, который составляет 20 дней. По его мнению, он добивается такого же эффекта, если бы он постоянно путешествовал из Аризоны в Заир и проводил несколько недель в каждом из этих мест, держа при этом скрипку открытой. Он утверждает, что его способ изготовления скрипок сокращает этот процесс многократно. Алан Бевит подозревает, что его метод, по ходу дела, объясняет, почему скрипки, хранящиеся в музеях в чехлах, в состоянии определенной влажности, начисто теряют свои качества. Скрипки необходимо, чтобы содержание влажности воздуха все время чередовалось. Другое открытие Бевита состоит в том, что он по-новому взглянул на другое важное обстоятельство. Считалось, что скрипки Страдивари обладают особым звуком, потому что итальянец знал секрет лака, которым он покрывал свои скрипки. Теперь ясно, что лак не имеет никакого отношения к качеству звучания. Более того, обнаружилось несколько скрипок Страдивари, вообще не покрытых лаком, но обладающих характерным звуком его скрипок. Вот если бы военные могли взглянуть на проблему с новой стороны. Насчет военных и Страдивари у Виктора есть своя теория. Своя теория, которую он нам доложит. А пока юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович. 17 августа 1681 года, 315 лет назад, по дороге из Белоозерского монастыря в Москву скончался патриарх Никон. В миру Никон Минин, крестьянский сын из Нижегородской губернии. В молодости он женился и имел 3 детей, но все они умерли, и Никон постригся в монахи. Человек выдающегося ума, постоянно читавший русские и греческие книги, он скоро стал настоятелем монастыря. В этом качестве однажды, уже в 40-летнем возрасте, отправился он по делам в Москву и был принят царем Алексеем Михайловичем. Царю он необыкновенно понравился. И его сделали настоятелем Новоспасского монастыря в Москве, усыпальницы Романовых. Через 2 года он уже митрополит Новгородский, а еще через 4 патриарх Московский и всея Руси. Тут-то и стал Никон насаждать церковные реформы, главным образом по греческому образцу. Он, в частности, ввел 3-перстное крестное знамение. В отсутствие царя Никон, как теперь сказали бы, превышал полномочия, брал на себя мирскую власть. И его реформы, и властность, и крутой нрав постоянно множили число врагов патриарха. Начался раскол в церкви. Появились старообрядцы, не желавшие подчиняться Никону, в частности, крестившиеся 2-перстным крестом. В конце концов и царь потерял к нему доверие. Никон бросил Москву и ушел в Воскресенский монастырь, оставаясь патриархом. Его формально отрешили лишь через несколько лет и в конце 1666 года отправили в Белозеро в Ферапонтову обитель. В 1681 году взошедший на престол царь Федор решил вернуть Никона в столицу, но 76-летний бывший патриарх по дороге умер. 20 августа 1921 года, 75 лет назад, в Риге был подписан договор между американской благотворительной организацией АРА
и Российским комитетом помощи голодающим о поставке в Советскую Россию продовольствия и медикаментов. Америка, заметьте, не признавала тогда Советскую Россию, но гуманные соображения были прежде всего. Американская помощь спасла громадное число жизней. Но в дальнейшем коммунистическая пропаганда либо замалчивала этот факт, либо даже обвиняла бескорыстно помогавших людям американцев в каких-то дурных намерениях и чуть ли не в шпионаже. Сегодня в России, увы, тоже немало отравителей и колодцев, которые всячески хают и чернят любую помощь России со стороны Запада. 19 августа 1936 года, 60 лет назад, в малом зале Московского дворянского собрания, переименованного в Октябрьский зал Дома Союзов, начался первый из трех сталинских так называемых открытых процессов над Зиновьевым, Каменевым, Евдокимовым, Бакаевым, Мрачковским, Смирновым, Тервоганяном. К этим видным большевикам были намеренно добавлены агенты-провокаторы, которым, разумеется, обещали жизнь и свободу за выступление на процессе с признаниями в кавычках о подготовке террористических актов против Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича и, конечно, убитого за 20 месяцев до того Кирова. А Зиновьев, Каменев и другие ленинцы, они, мол, на самом деле были троцкистами и руководили этими террористами. Потом всех, и старых большевиков, и провокаторов, расстреляли. Председательствовал на процессе зловещий Ульрих, возглавлявший военную коллегию Верховного суда, а прокурором был Вишинский. Рядом с Ульрихом сидел корвоен-юрист, Матулевич и див-воен-юрист Иона Тимофеевич Никитченко. И этот Никитченко в 45-м году был советским судьей в Нюрнберге на процессе гитлеровских военных преступников и сидел рядом с настоящими судьями из Америки, Англии и Франции. Понимали ли они, кто представлял СССР? Не знаю. И последняя годовщина. 19 августа 1991 года, 5 лет назад, как говорится, можно не продолжать. Не мне вам рассказывать об августовском путче. Но перелистывал вот вчера книгу Степанкова и Лисова «Кремлевский заговор». Она вышла в 92-м году 100-тысячным тиражом, но быстро стала библиографической редкостью. Я должен поблагодарить Володю из Москвы, приславшего мне экземпляр, хотя мой первый экземпляр я купил в Москве сразу после выхода. Перелистывал, говорю, и вдруг прочел про совещание у генерала Очалова по проведению операции «Гром» захвата Белого дома. Там было сказано, теперь уже читаю. Десантники под руководством генерала Александра Лебедя, взаимодействуя с мотострелковой дивизией особого назначения Министерства внутренних дел ОМСДОН, должны были блокировать здание Верховного Совета со стороны посольства США и Краснопресненской набережной. Так? А ниже, на той же странице 161, прочел вот что. В разгар обсуждения в кабинет вошел генерал Лебедь. Он только что побывал возле здания Верховного Совета и был заметно взволнован. «Очень много собралось народа», — сказал он. «Сооружаются баррикады. Значительных жертв не избежать. В Белом доме много вооруженных людей». «Ты генерал и должен быть оптимистом», — оборвал его вызванный Язовым из Киева Валентин Варенников. «Нечего проявлять пессимизм». Вот такой отрывок. Думаю, многим захочется сегодня поблагодарить генерала Лебедя за его гуманность, которую Варенников, в то время сторонник расстрела Ельцина, назвал пессимизмом. За пессимизм, может, и выпить. Я думаю, что мы выпьем. А тем за временем... пессимизм генерала Лебедя. Да, а тем временем... За Александра Ивановича. Ведь мы хотели бы тут сравнить еще музыку армейскую, английскую и российскую. Если российская взбадривает идущих в ногу солдат, то в английской армии, как я понимаю, теперь боевых строевых песен не поют. Однако в истории армии они есть, и отказываться от них было бы нецелесообразно. Музыка.
Выясняется, что Типерери – это вообще ирландская провинция. Да. И же к Англии никакого как бы отношения не имеет. Но она на севере Ирландии. Она... Нет, ни в коем случае. Ну, вообще. Она в Ирландской республике. Какой там север? Все смешалось. Ну вот, мы вспоминаем здесь памятные даты, 19 августа, а я сижу, думаю, ну вспомнят, не вспомнят, ну никто же не вспоминает. Потому как для меня 19 августа это особая совершенно дата, и к этой дате я примагничен, наверное, навсегда, до конца, потому что, прав я или нет, но когда-то очень-очень давно сидел я, был дежурным, и нельзя было мне спать. Был я молоденьким лейтенантиком. Рзаева уже, наверное, побили, уже списали. Вот я сижу, и вдруг начинаю я вычислять всякие штучки. И вдруг мне приходит в голову мысль, совершенно ясная мысль о том, что 19 августа 1939 года началась Вторая мировая война. Я прошу прощения. Я понял уже, пока вы говорили, Виктор, я уже понял, к чему вы ведете. Действительно, 19 августа. Сейчас вы расскажете, очень важная дата для вас, но для меня она не существует, потому что у меня только круглые даты по пятеркам, или 10. Значит, очень интересная дата, безусловно, продолжайте. Тогда, пожалуйста. Я думаю, надо эволюцию этой мысли рассказать, каким образом вообще пришли к этой... Откуда все это взялось? Нет, что такое 19? Да, что такое 19? Так, ну, прежде всего, конечно, наши сейчас слушатели там говорят, ага, вот кто о чем, а, вшивый о бане, и вот этот самый Суворов сейчас к своему ледоколу. Но не может кочегар с ледокола не вернуться к своему любимому произведению. Так вот, что есть 19 августа? 19 августа товарищ Сталин принял решение иметь дружбу с товарищем Гитлером. И был обмен телеграммами, и вот дружба. А я в то время сидел и считал, что же это такое. В тот момент, когда мы с Гитлером заключили такие дружеские отношения, у нас было 98 дивизий. Вот, а когда Гитлер напал через 2 года, у нас было 303 дивизии. Как же это так? Пока мы были врагами с Гитлером, у нас было менее 100 дивизий, но вдруг подписали этот контракт с ним, или как там, договор о дружбе, и вдруг начали подниматься по лестнице вверх. И я начал собирать... Сначала о нападении, да-да. А потом о дружбе и границе. Это потом. Господин Суворов. Я говорю... О военной стороне дела. Ладно. Леонид Владимирович, тут вы придираетесь... Ну, правильно, придирайтесь. Я просто хорошо читал «Ледокол». Хорошо. Так вот, я начал собирать сведения о дивизиях. Допустим, 132-я стрелковая дивизия, она была сформирована, приказ о формировании 19 августа 1939 года. И меня вдруг прокололо. Вот какая-то дивизия с новым номером. У нас номера с потолков не давали. У нас были до 100-й дивизии. Было 99-е, 100-е не было. И вдруг 132-е, 19 августа, мы подписываем дружбу с Гитлером, и вдруг сформируем в тот же день дивизия. Дивизия — это 15 тысяч человек все-таки. Ага, стал тогда другие проверять. Стал собирать сведения о дивизиях. 186-я дивизия стрелкова. 186-я. 19 августа 1939 года. Ого. А 143-я? Ага. 19 августа 1939. Вап. И вот тут я не мог, конечно, тогда иметь сведения о всех дивизиях. Не мог. Но предположение сразу мелькнуло. Как это так, 100-я, 132-я, 143-я, 186-я. А с тех пор удалось выяснить, что все 86 были сформированы единым приказом. Да. То есть не было двух решений Сталина, а было одно решение – подписать договор с Гитлером о дружбе или о ненападении. Простите, Леонид Владимирович, меня чуть не съел уже, засверлил. На том же заседании, видимо, Центрального комитета. Да. То есть это не два разных решения. Это одно решение, это две руки одного убийцы. С одной стороны, одной рукой мы обнимаем Гитлера, другой мы достаем топор. И как... Да. Именно так. То есть это было одно решение. Да. И вот меня однажды прокололо это, и после того я, наверное, сошел с ума и надоел. 19 августа было вычислено таким образом. Да, 19 августа. Официальных подтверждений в исторических архивах не было. Каких подтверждений? Сплошь отрицания были? Сплошь отрицания. И отрицание меня тоже навело на мысль.
допустим, открываю я историю Второй мировой войны, и там прямо там написано такое, что 19 августа заседания Политбюро не было. Стойте, это удивительное отрицание. Почему не сказать, что 17-го, 18-го не было? Ну вот написано, что нет, в этот день заседания Политбюро не было. Это замечательно, слушай, я не знал об этом. Да, вот именно так. Очень интересно. Вот именно так. Это как в известной цитате. Дорогая мамочка, письмо, в котором ты просишь денег, я от тебя не получил. Не получал. Вот именно так. Вот именно так, что было написано, и это отрицание. И это отрицалось, пока не проговорился генерал-полковник Волкогонов, покойный, он мой противник, ну, противник достойный, каждому, дай бог, таких противников, это был рыцарь все-таки, вот, не плаща и кинжал, а рыцарь, и вдруг он однажды проговорился, он написал такое, что, ну, да, было заседание Политбюро, но оно же не то решало, а, говорю, так было все-таки, было, а до этого... Лет 40 отрицалось, писалось прямо 19 августа заседания Политбюро не было. Оказалось, что было, но военных вопросов не решалось. Теперь... Не могу выдержаться. Давай. Горького. Да. В пьесе, по-моему, «Старик» есть замечательные такие слова. А по мне, если она все повторяет «я девушка, я девушка», то уж наверняка в дамки прошла. Так вот, сейчас, конечно, я нахожусь здесь, а историки настоящие работают там. И есть все-таки настоящие историки. Вот, есть там Татьяна Семеновна Бужиева, она нашла речь Сталина 19 августа 1939 года. И все, что я пишу... Ой, да-да, нашла речь. Нашла речь. Она нашла эту речь, и теперь все, что я писал в «Ледоколе», то, что я вычислил, я не мог иметь, понимаете? Все бы разведки на меня работали, не мог же никто иметь доступа к этой речи. Татьяна Семеновна, мой плавенный привет ледокольный вам. Вот вы настоящий историк. Этой речи, все, что я вычислил в этом «Ледоколе», там все это содержится, что нужно втянуть Германию в войну. Вот пусть Германия сокрушит Европу, а потом мы с ней сделаем то, что мы планируем. То есть подтверждение всех ледокольных идей. Да, подтверждение всех ледокольных идей в документах сейчас есть. Более того, Игорь Львович Бунич, тоже замечательный российский историк, тоже ему нелегко там приходится. Он нашел другой документ о том, что нападение готовилось между 3 и 7 или 8 июля. Моя дата 6 июля. Над которой столько потешались. Да, я ее вычислил, эту дату. Я не мог к такому, к документам такой важности иметь отношение. Я не мог. И все разведки тоже, конечно, не могли иметь. Каким образом 6 июля появилось в ваших вычислениях? 6 июля появилось вот откуда. Были проговорки, допустим, генерал армии Иванов был начальником Академии Генерального штаба. И в книге «Начальный период войны» он проговорился. Он говорит, что Гитлер опередил нас на 2 недели. Я говорю, стойте, обождите. Если мы готовились к оборонительной войне, то опередить нас нельзя. Нельзя на 2 недели. Вообще опередить нас нельзя. Как это нас? Мы готовимся к святой оборонительной войне, и нас опередили вдруг. И такая идея на 2 недели. Но в основном эта дата 6 июля была вычислена. Вот как. Что 13 июня 1941 года прозвучало самое странное сообщение ТАСС о том, что Германия не желает на нас напасть. Угу. Но никто этого сообщения сам не читал, все цитировали это. А я взял и прочитал. А там написано такое, что ходят слухи, что Германия не желает на нас напасть. А еще ходят слухи, что мы желаем напасть на Германию. Так вот это неправда. Что вы. То есть то, что Германия напасть, это зачин. А потом идет что. И я вычислил, что... В тот день, 13 июня, началась самая грандиозная переброска войск, которую остановить было нельзя. Они должны были... И сосредоточение войск должно было закончиться 10 июля. А по нашей теории, по Тухачевскому, по Якиру, по Блюхеру, там было так, что завершаем мы сосредоточение второго стратегического эшелона, это со всей страны мы стягиваем войска, уже после того, как наши войска вступили на территорию противника. То есть, если 10 июля
эта дата завершения, второй эшелон завершает сосредоточение, то первый эшелон должен уже воевать. И это было воскресенье, 6 июля. Угу. Мы нападали в воскресенье, обычно, как и Гитлер тоже. Да-да. Вот. То есть это последнее воскресенье перед 10 июля. Угу. Но с 19 августа связано еще одно важное событие, а именно о объявлении о... Решение, вернее, объявить всеобщую воинскую повинность. Вообще-то она была объявлена 1 сентября. 1 сентября было объявлено о введении всеобщей воинской обязанности в Советском Союзе. До того ее не было. Тоже удивительно. Мы с Гитлером подписываем договор о ненападении. 19 августа это обмен телеграммами и так далее. 23 августа подписали. Так вот, а 1 сентября, через неделю, вводим всеобщую воинскую обязанность, которой не было. С 18 лет. Да. Зачем? И сменяем срок призыва от 21 до 18. Казалось бы, зачем? Так вот, когда говорят 1 сентября, оказывается, 1 сентября это наши знатные оленеводы и шахтеры в Верховном Совете проголосовали. Но это была внеочередная, четвертая внеочередная сессия. А чтобы ее собрать 19 августа, надо было сигнал их всех собрать в Москве. Почему-то внеочередная. Почему-то зачем внеочередная? Да, да. Если мы не знали, что Гитлер... Вообще удивительно, 22 июня напали, никто ничего не соображает. Куда спешить? Вот 1 сентября 1939 года Гитлер вступил в Польшу рано утречком, а наши оленеводы раз и проголосовали за всеобщую воинскую обязанность от того, что началась Вторая мировая война. Но никто тогда не знал, что она началась. Точно. Никто этого не знал. Только мы знали, что она началась. Тем не менее, оленеводов каким-то образом собрали. Их уже собрали для принятия этого решения. Сталин осуществлял свой план втянуть Гитлера в войну. Да, да, конечно. Да. Вот. Поразительно интересно. И все это простой логикой как бы видно. А не было видно до тех пор столько лет. И всякие умы, профессора, доктора сидели, чего-то доказывали друг другу. Пришел Суворов, офицер объяснил. Суворов. Лейтенант Суворов. В прошлом, да. Сдвиг с 21 года на 18 лет при призыве. Он что-то значил? Он означал, вот что одновременно мы сделали 4 возраста призвали. Всем, кому 21, всем, кому 20, кому 19 и 18. Всегда призывали понемногу, а тут всех и сразу 4 призыва. Кроме того, через 2 года их надо было отпустить. Если 1 сентября 1939 года сделали армию с 1 миллиона, увеличили до 5,5 миллионов, это началось развертывание армии, то 1 сентября 1941 года ее надо было отпускать, эту армию, по домам. Поэтому до 1 сентября 1941 года мы должны были вступить в войну. Вот на этом, вот, дорогие это друзья, да. Мы на сегодняшний разговор с Виктором Суворовым закончим. Вот поблагодарим его за то, что он пришел и рассказал, главное, о несгибаемом характере своего чеченского солдата. Мы прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Счастливо!